поэтому все ворота, да? Ну, тут мы уже немножко не нашли, потому что уже утонули все. Ну, как раз там. Пишите, пожалуйста, условия выхода. 24-223-150 метров по прямой, набор безопасный, взлет до волоски круга 119. Информация на вас, пожалуйста, Виктор Дмитриевич. Да я уже самолет сел, не надо было парочку привезти. Бы. Они... Среди них бы затесалось бы. У нас очередной был приступ ковида в коллективе. Начальница написала, не нужно, я сгоняю. Конечно. И вертушка. Привет, коллеги. Что в субботу снимать? У нас в субботу нет ничего. Да смысла нету, там каждый день все ездить. У нас на обед даже времени нет на работе. 50, если то есть мы до вечера досидим. У нас же обычно с утра. Так, а во сколько у нас? Я на работу приезжаю, мне даже покушать некогда. Вы говорите, ничего не летает. Остановишься. Ну это... Браво, Майка. Этот по 25-й пойдет. Это Урал, сказали. Браво, Майка. Это эти дискошары видают? Да. Прикольно. А зачем? Это птиц, да? Да, это все. А он куда идет? В Сочи, да? В Сочи. Ну так, правильно, никуда вблизи, все в город. Да. Слабый все, Казахстан перелетел, все. Вот, летел. Висит. Наши соли. А вон еще один пошел, медицинский пошел. Пускай вы прям над нами пролетели? Да, мои 400 километров. О! Что там? Что там? Рулит? Да. Рулит, уралец. Лимонад под. А, двигался, да. А что, где строго не видно? Далековато, да? Далековато, да. Встреча, друзья. Давайте посмотрим. Иди к нам. Мы тут. Это у нас проблема.